тебе мероприятие? Слушай, классное мероприятие. Вообще, это, наверное, единственное светское мероприятие, которое делает наш город красивым. Мы приглашаем на сцену официального партнера Карам Амарацци. Руководитель, неправильно сказал, что ржешь? Карам Амарацци. У меня плитки в доме нет. Быстро выходите, скорее. Артем Причистов. Артем Причистов. Итак, Артем. Здравствуйте, Артем. Как ваша плитка? Замечательная, крепкая, длинная, большая. Ой, как мы уже все накрутили. Поцеловали. А, все, что ли? Мы ведущие производители керамической плитки, керамического гранита, мебели для ванных комнат, сантехники, обоев. На сегодняшний день мы занимаем порядка 25% рынка российского. Мы поставляем нашу российскую плитку в США, в страны Западной Европы. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для груда возбудишься. Благодарю тебя за то, что со мной была, и что за то, что не забудешься. За что-то ты за них, за вечность и за них, за конецкую звезду. На сцену приглашается официальный партнер компания «Авторский проект», коммерческий директор Станислав Каргунюк. Здравствуйте. Ну, рассказывайте нам. Да. Всем привет. Рад присутствовать на этом мероприятии с нашей командой. Мы занимаемся производством мебели, производством эксклюзивной мебели. Мы стараемся сделать вашу жизнь чуть-чуть уютнее и комфортнее. Спасибо. То есть, если кто-то из присутствующих построил дом и не знает, как обставить мебелью, вы и сделаете дизайн-проект. Подберете лучшие материалы. Все самое экологическое, офигенное, клевое. Это вы. Друзья мои, аплодисменты! Аплодисменты, Станислава! Ну и настроение, пожелания. Ой, все замечательно, здорово, спасибо. Почаще бы вот такие мероприятия устраивали. Глупость большая, влюбленный всех лишает разума любовь. Всех оставят и принимают, но все равно я буду влюблять. Глупая, глупость большая, влюбленный всех лишает. Друзья мои, к нашей звезде присоединяйтесь. Лариса, не уходите. Да, ведущая солистка театра оперы, народная артистка Башкортостана Лариса Ахметова! Владимир Хмутов! На сцену приглашается Зоя Тужилова, руководитель компании «Декор событий Арго», наш официальный партнер! А также приглашаем на сцену Анжели Хужина, официальный партнер «Империя массажа Хан».
официальный партнер церемонии – клинический госпиталь «Мать и дитя», главный врач Полина Коржикова. Зоя, я приветствую тебя на признании года. Ты просто бессменный участник нашего грандиозного мероприятия. Расскажи для наших новых телезрителей, чем вы занимаетесь. У нас свое производство. Мы единственные декораторы, которые имеют крупное свое производство вообще в Башкирии. И мы рады делать красоту и нести ее в массы. Занимаемся всем. От свадеб, от выписки до больших правительственных мероприятий международных. Я приветствую на церемонии признания года официального партнера клинический госпиталь «Мать и дитя». Расскажите, какие-то новинки, может быть, появились за прошедший год? Что у вас интересного? На самом деле, этот год, конечно, застал всех нас, медиков, врасплох, но он показал самоотверженность и героизм наших медиков. А миссией нашего госпиталя являлось сохранить безопасность, в основном инфекционную безопасность наших пациентов. И возможности нашего госпиталя, учитывая, что мы многопрофильный госпиталь, и есть под одной крышей трудятся специалисты самых разных специальностей, это обеспечит максимальную безопасность для наших пациентов. А также технические возможности нашего госпиталя позволили сохранить партнерские роды. Это очень важно для наших пациентов, потому что очень важен психологический комфорт в родах. Поэтому мы желаем всем репродуктивного здоровья в будущем году. Ждем большого пополнения. Спасибо за эту номинацию. Приходите к нам с вашими малышами. У нас в поликлинике созданы все условия для безопасного осмотра, диагностики и лечения. Наверное, церемония признания года набирает обороты. Ты знаешь, я все-таки хочу вспомнить про ушедший год. Он был очень непростой, но монстры бизнеса выстояли. И сегодня мы хотим вас познакомить с партнерами церемонии, которые, безусловно, помогут и могут быть полезными вашему бизнесу. Итак, банк «Открытие». Руководитель Павел Афанасьев. Банк «Открытие» входит в топ 10 банков России. Список системно значимых кредитных организаций. «Открытие Private Banking» обслуживает более 5500 клиентов. Под его управлением находится более 450 миллиардов рублей. Подразделение «Открытие Private Banking» представлена 24 офисами в 21 городе России. Это все верно? Сфера бизнеса. Директор Оксана Рабезина. Это качественное бухгалтерское и налоговое обложение и грамотное юридическое сопровождение вашего бизнеса. Ликвидация юридических лиц. Самое главное, что это экономия времени, денег и высокое качество обслуживания. Такого вы еще не видели. Юридическое агентство «Магнат». Руководитель Тагиров Рустем. «Магнат» осуществляет юридические услуги широкого спектра во всех судебных инстанциях. Основная специализация – банкротство физических лиц по всей республике. Списано долгов более 200 миллионов рублей. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Школа личностного роста. Руководитель, психолог, тренер. НЛП-практик школы личностного роста Айгуль Абельхарерова. Миссия компании – помогать непременно людям достигать гармонии в материальном и духовном мире. Настраивать на деньги, на успех, на семью, эффектные практики. Ну и, конечно же, в первую очередь, это изменение вашего мышления. Айгуль – школа личностного роста. Ну и еще я хочу пригласить на эту сцену детективное агентство «Детектив Тайм». Руководитель Алик Нагаев. Алик, наверное, сейчас где-то скрывается за кулисами, смотрит, что происходит. Вообще, детективы – это же интересно. Детективное агентство, ну, ты знаешь, да, детективное, меньше знаешь, лучше спишь. Я так считаю, но, с другой стороны, интересно. Если вдруг вам показалось, что ваш муж надолго где-то пропадает, девчонки, всегда можно нанять Нагаева, и он вам найдет
где, когда, с кем. Ладно, детектив на сцене. Хочу вас поздравить, партнеры нашей церемонии. Расскажите, чем вы занимаетесь таким интересным? Ну, поверьте, это на самом деле очень интересно по причине того, что мы списываем официально долги с граждан Российской Федерации. Добро пожаловать! Любой долг официально теперь можно списать с 2015 года, чем мы конкретно занимаемся уже на протяжении 6 лет. Я приветствую вас на ежегодной церемонии признания года. Расскажите, чем же занимается ваша организация? Наша организация занимается помощью людям. В чем выражается помощь? Да во всем. В любой сложной ситуации жизненной у человека, который случается, мы всегда помогаем. Когда они могут помочь другие люди, помогаем мы. Банк Открытия, именно в частности Private Banking, занимается обслуживанием и работой с состоятельными людьми. То есть инвестиционные решения, депозиты, вклады. Поэтому хотел всех клиентов пригласить к нам на обслуживание. И кто интересуется инвестициями, депозитами и любыми решениями нестандартного подхода для состоятельных клиентов. Спасибо. Аплодисменты, друзья мои!